Интересно, а кто такой этот князь? Он будет людям спасибо говорить за поздравления? Или же он надменный? Не те времена, старик. Сейчас спасибо говорить не модно и даже не круто. Я могу сказать лишь одно слово. Хой! И всем будет приятно, и всем будет по барабану. Запомни, старик, магическая энергия слова «хой» подвластна мне. Только я один могу кричать это слово по-настоящему. Хой!